Светлана Александровна, слышала, у вас есть программа сопровождения. Скажите, пожалуйста, как в нее войти и в чем вообще преимущество? У меня будут сопровождение какое-то, в каком формате, рационы и так далее. Ну, смотри, я много лет создавала программу, которая бы персонализированно давала человеку понимание, а что ему нужно есть, какие продукты, какой рацион. И это действительно большая работа, потому что под каждый запрос, задачу, например, даже по весу можно снижать, набирать, удерживать вес, в зависимости от переносимости той же лактозы, от особенностей ЖКТ. У меня много пациентов, у кого есть гастриты, колиты, панкреатиты, рацион должен отличаться. И вот большая работа – это создать вот этот пул персонализированных рационов, которые бы отвечали критериям восстановления ЖКТ, например, снижение веса и долголетия. Поэтому ты получишь прежде всего на каждую неделю подробный протокол под твой запрос и твои особенности. Второе, у тебя будет обучение. По окончании 3 месяцев у тебя будет четкое понимание, что такое хорошо для тебя в рационе и что тебе помогает быть здоровым и красивым. Ну и третье, у тебя будет всегда куратор, даже на самом базовом уровне за тобой будут наблюдать, проверять, давать ответ и помогать на разных этапах.